Месте, как всегда. Да, мы очень любим побродить по таким местам, по безымянным. Какая красота! Шел-то я к полигоналке. Ребята, какая красота! Просто портал в другой мир. Какая красота! Ребята, а я еще ругаю эти фотошопленные фотографии, что якобы в Австралии что-то нашлось. А тут прям портал в другой мир. А там цистерна под ним, реально. Да, мы к ней и шли, Олег. Я тебе и сказал, там настоящая полигоналка. Я прошел по цистерне. Ох ты! Ох ты! Да, это, конечно, уровень. И понимаете, это не кусочек. Вот он стоял здесь просто так. Это фонтан, похоже, потому что он цистерну потом перетекал. Хотя откуда он там выходил, я даже не знаю. Или это просто колодец так оформлен, это часть здания. Анжелика, ты понимаешь, какая красота? Ты посмотри, какой шедевр. Сколько мы обошли здесь, первый раз, как вы видели портальчик. Как тебе-то повезло, ты приехала и сразу. Новичкам везет, называется. Я-то такое давно тут не встречал. У нас или полигоналка, или античка. Да... Осторожней, будьте внимательны, под нами глубокая цистерна, ребят. О, там вода. Там вода, да глубоко. Ребят, метров 7. Пожалуйста, 6-7 метров, это 2 этажа. Кристин, идешь по цистерне, не останавливайся. Да. А дальше? А дальше? О, боже мой, боже мой. Да что же это такое? Я просто увидел, тут сплошные засыпанные ворота. Просто сплошные ворота. Ребята, посмотрите, что тут творится-то. Анжелика. Оно, конечно, оно засыпано. Так это, знаешь, что засыпано? Это крыши рухнули. Ты понимаешь, это крыши раскрошенные. Почему столько камня-то здесь? Это рухнули крыши. Да, вот прям ворота, они реально в никуда идут. Фантастика. Фантастика. Ой, а там какая стена огромная. Огромная стена, я к стене иду мегалитичной. Слушай, ну это что вот такое? О, ребят, два этажа. Да, два этажа. Ура, мы нашли еще и двухэтажечки. А там, где два, там и три. Ну, здесь метров 600, по-моему, было на карте. Ну, главное, что это вообще, ребят, это здание огромное. Тут двухэтажка стоит. Идите сюда. Они были полигональные стены, при этом арки. Но этажи были малюсенькие, я хочу сказать. Вот эти этажи. Это что-то мелкое. Так, сейчас я проверю вот сюда, все ли здесь, что тут, чтобы тут не упустить. Не сейчас, все мы посмотреть не сможем, потому что там внизу тоже ворота. Ого, ого, я, знаете, что за угокол? Видите эти камни? Это все раскрошено. Они сами по себе так не образуются. Ребят, тут что-то раскрошили, тут саркофаг стоит, каменный ящик. Фантастика. Ну что, друзья, у меня для вас плохие новости. Я увидел саркофаг формой, который никогда не видал. А я думал, я видел все. Если
Придется к нему лезть, а потом идти по вот возвращаться. Я сейчас. Олег, саркофаг я такой формы не встречал. Я тебе говорю, мы такого не видали. Это просто музейный уровень. Анжелика, это не город, это, понимаешь, это какие-то помещения большие. А мне кажется, город. Да посмотри, это целое помещение. Это просто переходы, это же не переходы города. Это же двери закрывались, так это помещение. Дома жилые были. Ну а как они друг на друге? Да это помещение, я тебе говорю. Думаешь, обвалилась крыша? Конечно. Пошли к саркофагу бесподобному. Да мы потом же спустимся и пойдем через этот город. Мы же потом пойдем через него. Просто если я пошел к саркофагу, мне надо увидеть такое. Конечно, это все и Перу, и Боливия, это та же роскошь. Вон к тому саркофагу я иду. Посмотрите на этот кошмарный пейзаж. Тут все раскрошено до щебней булыжников. Вы понимаете, что природа так не будет крошить? Рядом скалы спокойно, аккуратно ломаются. А здесь кто-то раскрошил до вот такого состояния это. Вон саркофаг формы, который никогда не встречал. Вот это да. Вот это нам повезло. И мне говорят, а что ты изумляешься? Ну сколько можно? Ты уже столько посмотрел. Так я каждый раз смотрю и понимаю, что я опять такого не видел. Вот это да. Вот это удача нам с вами, ребята. Ну разумеется. Слушай, ну кошмар. Это все... Все до щебня. Было, возможно, стены, да. Ух ты. Саркофаг прям шкатулка. Или он просто недоделан, поэтому я сказал, что он такой формы. Похоже, он просто недоделан. Вот так всегда обманешься и людей обманешь. Почему я и стараюсь избегать каких-то предварительных действий, тут высказываний. Но без них нельзя, ну, потому что ты иначе не простимулируешь сам себя. Думаешь, да ладно, один саркофаг, что к нему лезть. А здесь он у нас стоит на прекрасном пьедестале. Вот тут уже, кстати, сплошные выборки. На пьедестале. Он, оказывается, просто недоработан. Обманул я вас. Это место под декор оставлено. А я решил, что у него такая форма. Но все равно необычно. Все равно очень ярко. У нас это говорит о том, что саркофаги все это обрабатывали на месте. Он стоит вот на таком пьедестале. И... Ух ты! Прыжок в прыжке. Вот это меня привлекло. Вот эта форма его. Здесь проработка уже прошла инструментальная. Вот это здесь прошла, а вот эта выборка не была. Это для тех, кто говорит, что ого-го-го-го, вот это камни там валяются. Это говорит о том, что никакой заливки не было. Вот у нас инструмент прорабатывал, а потом нужно было выбирать, четко выбирали форму. Поэтому, несчастные заливщики, забудьте, пожалуйста, про саму заливку. Но, опять же, это сказал человек, который буквально 20 лет назад говорил, что он нашел здесь, я лично нашел здесь, и покажу обязательно на канале, еще размещу, признаки того, что камень... поверхностно размягчен, но это не значит, что его лили. Вот их не лили, их реально вырезали. Интересно, это камень недообработанный саркофаг оказался, не саркофаг. Ну, это даже и легче, знаете, я даже выдохнул. Когда находишь уникальное, ты не знаешь, как его вписывать. Непонятно, почему саркофаг, вот опять четвертая стена, он же ни к чему не прислонен. Почему четвертая стена вообще не обработана? Она обычно, когда только прислонялась, не обрабатывалась. И только туда лицевой части смотрит, а здесь как бы не напрягались. Ну, все равно я нас поздравляю. Ну, Олег... Ну, у меня тоже глаза есть. Разумеется, я видел большие ворота. Только не дошел еще до них. Они опять с дубиной и с быком. А там что, Баал? Там бык? Да. У обрыва, и он недообработан.
Там опять саркофаг с той самой дубинкой или торпедой, торпедообразной формой. Мы уже с тобой такое лежа встречали. Да. Колючки страшные. Вот это вся обработка. Это следы. Это не то, что раскрошено. Похоже. Ого. Ничего себе. Склепик или цистерна. Ну, я называю не просто назначение, так сказать, ну, чтобы официальное, но более-менее привычное, потому что тут часто так их использовали, хотя бы позднее. Вот это все камни. О, нет, не склепик, колодец, значит, цистерна. Ох, камера прыгает. Здесь у нас, если этот камень, это отработанный камень. Это камень, который не вывезли, не убрали после того, как сформировали его. Ага. Вот они, ворота с изображением. Изображение не закончено. Кто-то скажет рыбка, кто-то скажет, да не, это летит, что-то летит. И там как будто бы рога и морда, но не факт. Ворота удивительно, удивительно, удивительно. Да. Канал «Забытые руины» из мест, которые абсолютно безымянны, без указателей, без стрелок, без дорожья. Не то, что какие-то билеты говорят. Вот здесь, да, конечно, в Турции много чего понастроили для того, чтобы туристов привлекать. Какие туристы, какие билеты, вы о чем вообще? Тут в два раза больше древних городов, чем современных. А и эти люди умудряются с дивана. Я поднимаюсь вверх. Эти люди умудряются, мне правда, с дивана втирать, что это на воде, это для туристов 19 века. Совершенное сумасшествие. Кристина, мы тут поднимались, да? Ага. Фух, красота.